Всем привет, куколки и котики. Да, мой муж любит Adopsy. I love Adopsy, right? Ага. Значит, сегодня мы пойдем в Windsor Gardens. Windsor Gardens – это такое место здесь, в Денвере, для престарелых людей, ну как, пожилых людей, которые уже на пенсии. В основном на пенсию выходят после 65. И Windsor Garden именно такое место, где продаются кондо или таунхаусес только для престарелых, ну вот для людей, которые уже в возрасте, которые уже на пенсии. И там очень большой комплекс, там гольф-курс, там бассейн, там все у них, даже ресторан свой есть полностью. И мы хотим вам его сегодня показать. Почему у меня такая идея возникла? Потому что когда мы вчера ездили в место, где мы раньше жили, я увидела Windsor Gardens, но я говорю, мы здесь жили практически полтора года по соседству, и ни разу там не были. Надо заехать и посмотреть, что это такое. Там еще рядом озеро есть, ну, посмотрим, если получится на озеро сходить или нет. Вот, и сегодня я все уже убрала дома, все чистенько, аккуратненько, и сейчас пойдем в Windsor Gardens. Присоединяйтесь. Вот такой у меня сегодня лук. Лимончики, апельсинчики, яблочки, полосочку. Никогда не умела делать правильное видео, когда я себя в зеркале рассматривала, чтобы не блокировать ничего. Ну ладно. Значит, вот такой здесь ресторан для людей, уже, которые на пенсии. И там на улице гольф. Тут гольф. Так вот. Здесь живут только люди на пенсии. Здесь вот простых вот таких, которые не на пенсии еще. Которые еще молодые, им здесь жить не разрешено. Did you get a footer? Мы просто сюда так заскочили. Это ресторан. Ресторан это для всех. Для... Почему не открывается? Здесь всем можно заходить в ресторан, но вообще здесь живут вот в этой комьюнити только пожилые люди. Так, все для пожилых. Смотрите, и вот это вот гольф-курс у них здесь. Такая красота какая. Классненькая. It's pretty here, Al. Красивенько все. Я говорю, давай сюда переедем, когда совсем состаримся. Но здесь, ну, очень пожилые люди, конечно. В районе где-то от 60 и выше. А может быть, даже и старше, потому что здесь... Обычно люди быстро не стареют. Колорадо. Смотрите, как красиво здесь. Так, что-то мне на голову упало, как бы птички не накакали. Здесь вот цветочки. И вот эти вот дома, видите, там, да? Вот там как раз-таки люди живут. Это квартиры. И там живут в основном люди на пенсии. Ну, не в основном, а точно уже. Огромная называется Windsor Gardens. А вот там дальше, там уже это. Огромное озеро. Do you think we should go and check the lake? We're not allowed to walk around, are we? I don't know, baby. Probably not. Так тихо, спокойно, размеренно. Вот так люди проводят время на пенсии. Охренеть! Смотрите, какая порция огромная. Я заказала филе чиз стейк сэндвичес. И вау, смотрите, грил чиз. Какие огромные порции. Салат, сайт, вау.
Вообще, это, конечно, огроменная порция. Супер. Да, swimming pool. Ага. Вот там вот у них это для пожилых людей. Здесь таким. Здесь все пожилые люди, если можете обратить внимание. Купаются, загорают, кайфуют. Молодцы. Так. В общем, наслаждаются пенсией. Здесь кто-то пиццу кушал. Alright. Здесь телевизор. Thank you. А вот здесь вот у них здесь клабхаус получается. И вот здесь вот фотографии всех board presidents. Значит, когда вы в комьюнити в такой живете, у вас всегда будет board presidents. Ты так много здесь, а? They have plenty of board presidents here, all. Покажу вам, как здесь все, здесь всякие штучки-дрючки, картинки. Это как на продажу они здесь. Да, они все продаются, эти картинки. Красивенькие такие. Можете купить любую картину здесь. Может быть, пожилые люди и рисуют, да, вот так и на продажу выставляют, как хобби. И денежку еще сделать можно. А вот это что-то, наверное, нет, это кто-то сделал. Тоже все ручная работа. Вот так живут у нас пенсионеры. Играют в гольф. Плавают в бассейне. Здесь магазин для гольфа. Мой муж, конечно же, здесь выползает откуда-то, как обычно. Вообще очень такое неплохое место, честно говоря. Красивое. Аккуратненько. Я мужу говорю, давай уже здесь тогда это. На пенсию продадим дом и сюда переедем. Здесь видите, вот люди сидят, отдыхают, камин. И все такое ухоженное. Это место было построено в 62-м году. Вот. Двери открываются. Вам надо, не надо даже до них дотрагиваться. Ну, для пожилых людей, да? Смотрите, какая прелесть. Здесь вот парковка, значит, дальше, ну, значит, ресторан был этот, кстати, недурственно там готовят, а порции огроменные какие. Порция была вообще, я не понимаю, и получается, пожилые люди любят покушать, да? Так, мы аж охренели от порций, муж говорит, воу! У него глаза такие круглые стали, он так смотрит в сторону, я так поворачиваю, оказывается, нашу еду несут. И цены довольно-таки неплохие были. А, значит, я заказала себе каберне, красное вино. Муж заказал пиво. Он два выпил, две бутылочки пива. А вот у него был грилл чиз, у меня был филе стейк сэндвич. И за все, про все было $54. Это довольно-таки неплохо. Так, вот здесь вот находится. What's there? Куда-то он говорит, пойдем посмотрим, что там такое. Я говорю, ну, прям нахально ходим так. Ну, ладно. Посмотрим. Going upstairs, I guess.
куда-то мы идем. Понятия не имею. Раз уж здесь, покажу вам. Вот такая лестница. Красивая. Там, смотрите, люстра висит. Что это вообще? Где мы? Denver room. What is that all? Я понятия не имею, куда мы приперлись. Ну, муж вообще охренел. Наглая морда. What's there? Ага. Понятно. Так. Вот здесь у них все показывается. Это комьюнити. Как все это выглядит. Alright. Эта дверь была закрыта. В общем, мы охренели окончательно. Наглость потеряли. Вернее, приобрели. Так, теперь он сюда пошел, в эту комнату. Здесь, наверное, эти все вот как это. Можно снимать эти комнаты. И здесь чем-то заниматься. Непонятно чем, правда? Митинги проводить, да? И там бассейн как раз-таки. Смотри, как там бассейн как раз-таки. Шаффлборд. Вот здесь люди могут играть, видите? Шаффлборд. Это бассейн. Как красиво у нас Колорадо. Alright, all, let's go. Совесть мы потеряли, обнаглели. Окей, ау. Решил по всем этим пробежаться здесь. Так живут наши пожилые люди. А вон там, смотрите, что-то продают. Овощи и фрукты, видите, маленький базарчик. Маленькие базарчики здесь очень приняты, это нормально. Именно в субботу они приезжают и продают свои эти продукты выращенные. Вот так вот. А вот здесь, значит, если дальше пройти, там у них уже этот фитнес-центр. И еще что-то непонятно. А вот здесь вот все окружается вот этими домами. Вот здесь все люди живут. Разные. Очень огромное место. И если еще дальше там пройти, будет этот. Как его? Озеро. Что-то мой муж куда-то пропал опять. Да, он исчез. Я здесь одна хожу, как этот неприкаянная. Наверное, уже это будет обращать внимание. Что это за двое здесь ходят, да? И это... Как потерянные. Ну так вот, значит, вот это все для престарелых людей, которые уже на пенсии, и они покупают здесь вот эти квартиры вот в этих зданиях в округе. И живут здесь, наслаждаются жизнью. У них здесь свой гольф, у них свой здесь ресторан, свой фитнес-центр, даже свое озеро есть. Такой маленький оазис для пожилых. Я говорю, вот здесь все такие пожилые довольно-таки. Молодых здесь нет. Вот видите, вот дедок пошел. Мы здесь как эти, блин. Молодежь привалила, они так на нас посмотрели. А? No, we don't need fruit. No, we're good. Вот так вот. Сейчас мы вам покажем в округе, как здесь все выглядит. Насколько это большой, этот огромный
комплекс. Называется Windsor Gardens. Не переехать никого из пожилых людей, потому что они такие довольно-таки древние здесь люди живут. Очень. Think you're right. Just show around though. I am. They all look the same. Собак вроде бы здесь держать можно, потому что мы видели многих людей с животными. Вот даже женщина идет с собачкой здесь. С пудельком. Только что вот здесь гаражи, show the garages. Здесь можно парковать свои машины. И, наверное, тоже на улице вот паркуют некоторые, потому что у многих людей. Обычно, если вот такую квартиру покупаешь, вам дают один гараж на одну машину. И видите, здесь машины стоят припаркованные, потом можно в округе парковаться, если у вас больше, чем две машины, одна машина. В основном у американцев хотя бы две машины, потому что у каждого есть своя машина. И у мужа, и у жены. Детей здесь нету вообще, только вот пожилые. Сейчас, правда, никто не ходит в округе, потому что очень жарко. Вот это вот эти townhouses, как дома, вот это вот квартиры. Квартиры, они, наверное, явно подешевле, а townhouses, конечно, они подороже. Чистенько все, аккуратненько. Show the people also, people would see who's here. Все, видите, пожилые сидят, наслаждаются жизнью. Вот здесь вот квартиры, и вот здесь вот квартиры. Я сама не знала, насколько он большой, он огромный, этот Windsor Gardens. It's enormous, huh? Как я уже сказала, мы самые молодые здесь были, хотя мы, в принципе, тоже уже в пенсионном. Ну, муж у меня уже пенсионер, а я еще не время, но все равно на нас смотрели, как мы здесь какие-то молодые, залетели сюда непонятно зачем. Вот так вообще все здесь в возрасте, конечно. Чистенько все, аккуратненько. We got our grocery cart. Да, вот там видите, женщина идет тоже пожилая, что-то куда-то катит. Машины все красивые, аккуратные у всех, не раздолбанные. There's the weird ones. И вот это, по-моему, дома здесь, вот на этой стороне. It's a housing, right? Or it's also like townhouse. No, those are townhouse. Короче, в перемешку здесь все есть. Можно или домик такой взять, который как townhouse, как у нас, или квартиру. В зависимости от вашего бюджета. Тихо и спокойно. Очень все ухожено, красиво. Вот еще одна, пожалуй, show that lady. Yeah. Идет, улыбается. У него хорошо явно. All right, take a left. Во, поперло называется, да? Is that a, вот that's the grease monkey right there. Гараж, that's the grease monkey, straight ahead. Yeah, just go straight. Ну вот, вот так вот. Windsor Garden, show this thing. Yeah. Пока-пока.